Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. И мы продолжаем говорить с пастором Раджи. И сегодня мы поговорим о том, вернее, послушаем его о том, почему он обратился к Богу. Вот что толкнуло коренного буддиста в объятия Христа. Я покаялся в Беларуси. Когда я в 98 году я уехал в Беларусь, я уехал работать и это самое учиться хотел. Но человек меня ходатайство, который взят туда, он меня обманывал. И, конечно, я не богатый человек, у меня деньги так не было. Я думал, что я могу там работать и учиться я могу. Так вот думал. Но он обманывал потом. Ничего не могу делать, финанс нету. Паспорт потерял. И там около 7 лет большая история там. И много я переживал там, на самом деле, вернуть я не могу, потому что паспорт потерял. И посольство не было, Шри-Ланки посольство не было, Беларуси не было. Только Россия надо. Туда поехать тоже не могу без паспорта, тоже проблема. Все равно можно попадавать. И поэтому около 7 лет я, конечно, 6 лет так очень переживал в моей жизни. И был, как можно говорить, как больной. И одна мама меня, она Евангелие проповедовала. Она живет в Речище, Акраменко Ольга. И это я первый раз я видел Божью любовь через его. А до этого я видел очень злой народ. Тюрьму поставили, ругали и побили. И вот так вот злой народ я видел. Когда церковь я только видел, очень хорошие, добрые народы. Они отдельно живут. А когда Ольга мама меня позовила прийти в его дом, я поехал сюда. И я с ними жил около 3 месяца я жил. Его пенсия, она меня кормила. Когда она меня кормила, его пенсия была, меня кормила она. Вот. И мы вдвоем там в городе работали. Вдвоем поехали, как работали, и вечером придем домой. И она меня многое сказала, Раджу, ты никуда не уезжай. Оставайся здесь. Корова есть, молока можно пить, есть, и со мной ты будешь жить и так далее. И она меня очень любила как сын. И я тоже любил, как моя мама. И сегодня тоже она меня позволит, спросила, как дела и так далее. Это была большая любовь, я первый раз видел через такой человек. И через это я начинал жить. Она мне сказала, Иисус Христос, Иисус Христос – это живой Бог. Поэтому верь в Иисуса Христа, но не Будда. А все равно я люблю свою религию. Я говорю, не мама, Будда – это есть как Бог, вот так вот. Я просто ничего не знаю, поэтому. Она сказала, я буду плакать, если ты не будешь принимать Иисуса Христа. Но я уважаю старые люди, поэтому она сказала, почти церковь. Но я не могу отвергать, потому что я люблю старый человек. Поэтому я пошел в церковь, мама вместе. Маленькая домашняя группа была. И там меня молили. Я это вере, я ничего не знаю. Только я знаю буддийской вере. И потом, когда они меня после взяли, молили, мои вопросы решат. Я ничего не понял, конечно. Но когда пошел 5 месяцев, я чувствую, моя жизнь какой-то прерыв пришли, какое-то изменение пришли. У меня был большой страх, был, я как был физически больной. Много я думал. И домой письмо я не прислал. Позвонили, деньги нету. И дома тоже мама и папа, они пугали это время. И мама, сколько меня думала, она в больницу попала. И потом, когда речь я был, Бог меня прикоснул. После этого меня пришли исцеление, начало физическое исцеление. И начинало понимание, правильное понимание. Здоровый человек начинал я думать. После этого у меня был страх 2 года, как был тюрьмой я был, конечно. Я на улице ходить не хотел. Это природу я не любил. Зима я не любил, я это народа я не любил. Но после покаяния, когда Иисус Христос пришел в мою жизнь, я этот народ так любил. Этот язык я любил, и страну я любил. Я очень любил потом эту страну. Меня получили наоборот жизни вообще. Страх ушел. И я видел Бог живой. Я кричал, я сколько времени в моей жизни я искал это Бога. Я настоящего Бога я не знаю, но я поклонялся другим богам.
Но когда я думал, я понял, что Христос это живой Бог, я хочу моей душе больно отдавать Ему.